комитет исследователей беспокоит. Куртуков Павел Викторович. Да, здравствуйте. По поводу ваших судебных, так скажем, тяжб, Панфилова Вера Михайловна, она же и к нам обратила заявление, то, что с меня публиковали. Вот нужно вас спросить по обстоятельствам. Понятно. Вы Панфилову предупредили по 306 статье? Конечно. У меня к вам будет встречное заявление возбудить и привлечь ее к ответственности, а также по статье 140 Уголовного кодекса за отказ предоставить гражданину информацию, собранную в установленном порядке. У нас было много заявлений на эту тему подано. Почему Следственный комитет молчит? Вы если не видели... Знаю. Вы, у меня если... такого послушайте. Материала проверки на рассмотрении находилось. Это, когда сможете подъехать, я прошу вас. А вы где находитесь? Карвалидность 48, деканичная шестерка, ГИБДД. Так, так, сейчас соображу. Так, так, сегодня у нас, что у нас, какой день недели? Сегодня 7-е, среда. Среда. Так, я просто сплю. А по времени сколько сейчас, во сколько максимум позднее к вам подъехать? На, без разницы, до 10-11 на работе. Ага, отлично. Так, просто вот... это сегодня сможете? Да, да, ну вот я думаю, чтобы сегодня, но чтобы так, мне это... Ну, у меня в 2 часа люди подойдут. Угу. Вот где-то с 15, ну, 17.00, с 5 часов. Там в любое время могу вас принять. Так, ну давайте в 5 часов вечера. Угу. Вот, вот если что, на этот телефончик позвонить, да? Да, сейчас я вам смс-кой скину, кто я, что, угу. И еще адрес. Да, это и у меня к вам такой пожалуйста. Вопрос. Я такой вопрос. Хотел бы фиксировать нашу беседу каким-то образом, понятно? Ну, вы же это, записывайте, заявите ходатайство, удовлетворю вам, можете фиксировать. Хорошо, да. Ну, на диктофон возьмите тогда. Да, да, да. Ну, я вас, вас снимать не буду, в крайнем случае, не, только ну, себя. Да, без разницы. Да, мы тут уточнимся, по обстоятельствам, что поясните, не поясните, разъясните. Да, да, и хочу сразу у вас на приеме подать как раз заявление. Раз вы говорите, что вы не получали этого заявления... Ну, нет, у меня не было, я следователь, причем здесь, ну, я... Вы ко мне с заявлением не обращались. Я понимаю, то, что да, если да. вы писали на управление, там, на городской отдел, ну, моему руководителю, я не знаю, у меня его не было. Смотрите, ну, дело, подойдете, знаете, мы с вами все... Да, выясним. Дело в том, что отдел полиции номер 3... Это давно уже замечено, уже не первый раз я пишу заявление, которое предназначено в Следственный комитет. По 285, по 286 статьи их просто к вам не присылают в рамках статьи 151 УПК. Не присылают, не пересылают, понимаете? Вы в полицию обращаетесь заявлением? Ну да, да, ну там как же, они ну, обязаны... А зачем? Вы можете в комитет обратиться, можете на сайт комитета обратиться, если вы считаете, что в действиях сотрудников полиции усматриваются признаки какого-либо преступления. Это, да подойдете, это я вам все разъясню, поясню. Все тогда хорошо. На 17.00, сейчас я вам скину смс-ку, адрес, там, телефон, кто... Ага, все, хорошо. Спасибо. Угу, до свидания.